Сердечный визит. 12 лет ведущие столичные кардиохирурги из научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова приезжают в наш регион, чтобы обследовать юных курян. Одни получают консультации и лечение, другие вместе с родителями отправляются в Москву на операции. Моя коллега Екатерина Худякова пообщалась с докторами и маленькими пациентами, которые совсем не боятся врачей. Полине 10 месяцев. Ее мама умерла сразу после родов. Сейчас малышку воспитывают папа и бабушка. Недавно у девочки участковый педиатр обнаружил неполадки с сердцем и посоветовал попасть на прием к светилам медицины из Москвы. Кроху осмотрели и решили госпитализировать в столичный центр имени Шумакова. В процессе этого обследования будут проведены вот эти два исследования, которые позволят нам точно поставить диагноз и точно определить время оптимальной операции. А это Настя, девочке почти 3 года. В августе 2016-го ей сделали операцию на сердце. Как дела? Нормально. Это хорошо. Плакала, переживала очень, было страшно очень сильно. Но у нас доктор сказал, что будет хорошо. Мы поверили, и все, и у нас прооперировали, все нормально. Сегодня Настя совершенно здорова. А перенесенная операция напоминает лишь небольшой шрам. Но и он скоро рассосется. Результаты этой хирургии, они хорошие. Дети полностью возвращаются к нормальной жизни, они полностью реабилитированы. И не каждого выявленный порок сердца надо срочно оперировать. Так вот, я могу сказать, что 60% этих больных, которые на первый взгляд должны были быть оперированы, снимаются с учета без операции. 2-летней Альбине посоветовали 2 раза в год приходить на прием к кардиохирургам, пока малышка не нуждается в высокотехнологичной помощи. У нас стеноз легочной артерии. У нас порог стоит с самого рождения. И мы наблюдаемся у московских кардиохирургов. Мы очень волнуемся за состояние нашего сердечка. С 2005 года столичные кардиохирурги словно часовые стоят в Курске на страже детских сердец. За это время было прооперировано 450 малышей. Тысячи получили грамотные консультации и лечение. Не было зарегистрировано ни одного летального случая. Сердечное сотрудничество продолжается. Екатерина Худякова, Алексей Еременко, телеканал «7».